Здравствуйте. Отключилось? Да. Так, ну что я вам скажу? 4 минуты, ну, успешно, будем. Алло. Да, говорите. Вы меня слышите? Конечно. 4,5 минуты, ну, ровно, успешно, будет оформлено на безопасный счет. Осталось от вас сейчас пойти в Сбербанк, который мы вам указывали, который по Кировской 12 находится, ну, там, да, с банкоматом, где вот сейчас есть недалеко. Заходите, говорите, берете кредит на сумму 800 тысяч рублей. Если будут спрашивать что-то про мошенничество, про для чего вам это все, вы все отрицаете, и если спросить, зачем попали в ДТП на ремонт машины. Вы меня услышали? Да, 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 конечно. Братья, по минуте, простите, заходите в зал. Что? Аномальная трубочка, заходите в банк. Еще один раз, пожалуйста, скажите. На трубке со мной сейчас заходите в банк, не обрывайте связь. Угу. Хорошо. И что, прям подойти и взять, прям подойти и попросить, чтобы дали бы кредит, что ли? Это вы же взяли, чтобы дали бы справку? Ну, конечно, все. Два братья взяли, да. Правильно? Да. Ну, вот стоите в очереди, проконсультируйтесь, у вас еще вклады, там есть на 50 тысяч рублей, можете их тоже, в принципе, забрать. Ну, желательно не сегодня, мы с вами завтра этим займемся. Дальше будем продолжать вашу машину, так сказать. Угу. А если кредит мне не одобрят, то что тогда? Ничего страшного, забирайте вклады, идем в банкомат еще раз. Угу. Ну, очень, очень плохо получается спасти Татьяну Петровну на себя. Ей уже ничего не поможет. Да. Понимаешь? Да. Она пока в банке стоит, думает, просто не пообщаюсь. Скучали? Еще раз. Говорю, скучали. Ну, за тобой? Скучали за нами. Всем. За вы ничего не работаете, он такие работники великие, он за тебя на уже 4 миллиона закинула. Ну, печально, конечно, не спорю. Жалко женщину. А что ее жалко? Завтра еще машинку будет закладывать. А тебе ее разве не жалко? Что? Говорю, тебе ее не жалко? Нет, не все равно. А если бы тебя потом так кинут? Меня так не кинут, я просто не как минимум вас всех на две головы. Потому что работаю здесь, просто не повезет. Но карма палкой не бьет. Карма палкой не бьет. Нет. Карма может стукнуть посерьезнее, чем 4 миллиона. А пусть стучит. Я просто... О, она мне по WhatsApp уже звонит. Хочешь послушать ее? Как она сейчас будет плакать? Да, давай. Нет, ты еще маленькая для этого. Все, да. Пока.